Сегодня лучшие строители будут соревноваться в постройке монстров за определенное время. Сначала это будет 1 минута, потом 5 минут и 10 минут. И посмотрим, кто из них построит самую крутую постройку за время. Что, интересно узнать, кто из вас самый крутой строитель? У каждого из вас есть свой квадрат, в котором вы можете построить монстра. И сейчас вы будете строить его за 1 минуту. Готовы? Раз, два, три. Начинайте. Минута пошла. У вас осталось 10 секунд, вы знаете? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Все, хватит. Ну вот, прошла минута, и ваши монстры за минуту получились такими. Давайте-ка посмотрим. Так, здесь я вижу... Зэк в крови. Здесь у нас какая-то страшная... Не знаю, что это? Это паук? Это... Я даже не знаю, кто это. Это какой-то зайчик. Просто дверь. Так, ну давайте посмотрим ваши постройки поподробнее. Кто это построил? Это я. Ну что это такое? Это зэк, который объелся кетчупа, что ли? Да уж. Еще бы ножик приделать, и вообще можно прям сделать вот так. Очков из 50. Ну а я оценивать не буду, потому что за меня оцените вы. О, смотрите, какой здесь паучок. Почему у паука 4 лапы? У него же должно быть 8. Я шарю за паукообразных. Ну, в общем, поначалу я хотел построить хэдкраба. Но потом вспомнил, что время 1 минута. И в итоге быстро построил паука. Давайте его оценим. Жалко его. У этого паучка 40 очков. На одно очко больше, чем у этого зэка. Черныш. Ты его построил? Нет. Почему он такой странный? Кто построил? А, Иван его. Почему он такой большой? Ладно, давайте его тоже оценим. Смотрит на меня страшными глазами. Да, Минди, ты очень жестокий. Ты ему поставил всего лишь 3 балла. Я сам монстр. У него всего лишь 32 очка из 50. О, смотрите, какая-то странная дверь. Ладно, давайте попробуем зайти. Не понял, а как меня моментально убило? Если зайти в эту дверь... Тогда тебя моментально перенесет куда-то и там тебя расплющит. А, монстра не видно. Да, лучше не строить монстра, лучше построить какой-то черный квадрат и сказать, что там монстр просто не видно. Ладно, давайте оценим. А что, в принципе, хорошее решение. В этой двери 34,1 очков. Ну и вот еще одна постройка. Ее построил Иван. И это, короче, тут это... Что это? Это рог. Это надо вот так вот вставать, чтобы единорог получился. Я совсем не понял. Чтобы единорогом стать. Ты пониже давай. Он говорит, это из Дорс. Я понял, я понял. Давайте оценим. За 1 минуту, в принципе, очень сложно даже построить. Здесь у нас 33 очка. И осталась последняя страшная постройка. Вот это. Подойди еще ближе. Что? Ну, давай рассказывай, что это за странная штука. В общем, это какое-то черное лицо, которое я сам придумал. Вот, оно просто страшное, у него открыт рот, оно очень... Очень страшное. Ладно, давайте его тоже оценим. Теперь здесь 39 очков. Так, получается, больше всего очков у этого паука. Он со своими 40 очками, этот паук выходит на первое место. А за ним сразу вот эти две постройки. И вот такой получился первый раунд за 1 минуту. Ну, теперь вы построите монстров за 5 минут. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Стоп. Все, время вышло. Ух, страшный монстр. Да, уж это гораздо лучше, чем за 1 минуту. Ну, давайте начнем с этого монстрика, которого построил Иван. Я даже не знаю, он страшный или смешной? Смешной, смешной. Что он такого совершил? Да, какой он монстровский поступок сделал. Я не знаю, что это. Это похоже на Раша, у которого есть... Я понял, что это! Когда в душ открываешь фейковую дверь, там выходит такая фиолетовая штука. Ну ладно. Ну, давайте оценим его, потому что он ничего не умеет. Ну это пианино, вот. Он падает, он хочет нас съесть. Все, это настоящий монстр, надо ему есть. Здесь у нас 40 очков, это уже много. Мы все поймали монстра. Так, следующий монстр пусть будет этот. Ой, вот эта штука стреляет лазерами в эту штуку. Прикольно. Еще у него, типа, смотрите, вот такие 6 лапок, и он на них сидит. Типа, он очень злой. Это прям прикольно выглядит. Давайте его тоже оценим. У этой куклы 35.
Давайте мою. А, ну давай. Что монстр, это? Монстр, монстр. Просто мэ? Или это три однёрки, я не понимаю. Нет, ну это какая-то банка. Банку построил, и все. Ну честно, это против правил. Ну, я построил монстра. Сломали систему. Ладно, идемте. Давайте оценим тогда это. Хитрил. Ну, всем один ставил и сам теперь остался с 29 очками. Мэм, прикольная ситуация, страшная. Когда у меня футболка пропала. Я вообще что? Пока что буду в синей футболке ходить, потому что красная куда-то пропала. Ладно. Это первый раз, когда у меня видео футболка куда-то девает. О, это... Вот это монстр похож на монстра. Сейчас будем тестировать монстра. Кнопка есть. У этой постройки больше всего очков. Она набрала 45 очков. И мне кажется, что ее победить будет невозможно. Да и сама постройка очень даже клевая. А это что за чудище? Кто за ходячее черное существо? Кто его построил? Умею стоять на ногах. Да уж. О, он еще падать умеет. Он падать умеет. Ставь 10. Ставим 10 за это. Так, у этой постройки 28,5 очков, потому что Минди не оценил. Минди поставил 0, а нули мы округляем до 10. Так что 38,5 очков. Все. Так, идемте сюда. Остался последний монстр. Это дверь, серьезно? Как дверь может быть монстром? Да уж, у меня есть два вопроса. Почему это монстр и почему это ее... Нельзя открыть. А, она открывается. Она открывается, все. Ладно, заходим. И... Это самый страшный монстр. Мне понравилось то, что тут дверь открывается. Это прям клево. Мне нравится, что эта дверь может вообще открывать. Что? Бабстер, я говорил, что никто тебя не сможет обогнать по очкам. Нет, это ты говорил. И он не смог тебя обогнать. У него 44,5 очка. На полбалла ты его опережаешь, Бабстер. И поэтому вот эта постройка Бабстера набирает, ой, забирает первое место во втором раунде, а это всего лишь на полбалла отстало, почему-то. Ладно, мне монстры за 5 минут уже понравились гораздо больше. Теперь у вас будет 10 минут, и я думаю, должно получиться еще круче. Готовьтесь. Так, включаю таймер через 3, 2, 1, 0, 10 минут, пошли. Десять минут прошли, и постройки готовы. Так, ну, давай показывай мини. Ты представь, ты тут играешь, да? Происходит резко вот так. Что это? Что это? Появляется рука, и она хочет меня утащить. Меня утащить. Давай еще раз. Давай. Допустим, с хлебом играешь. С хлебом не надо играть. И потом я встаю с кроватки утром и... Утаскивает и... А все, ничего не происходит? А нет, если прыгнуть, типа... Такой типа монстр. Ну давайте оценим это. 46,4... Этот монстр. В комментариях вы можете написать, чья постройка была здесь самой крутой. Давайте посмотрим следующую постройку. Бафтер. Я с тобой ЭГ по математике. Хорош. Насколько написал? Ну, сразу не приходит. Стоп, ты сначала построил уж какую-то палку, потом ты построил странного монстра, и теперь ты построил... Он так и будет на нас смотреть косыми глазами. Ставлю минус 10. Минус на минус дает плюс, так что... Ну, у меня только один минус. Ладно. А! Он умеет кусаться, оказывается. Всем отойти, пожалуйста. Давайте его оценим. Я забыл, что он кусает. 43,5 очков набирает этот монстр. И он меня уже третий раз съел. Это закулисье. Только вот здесь нет закулисья. Здесь нет закулисья. Здесь нет закулисья. А вот здесь он есть. Дайте сфоткаюсь. Он стал очень агрессивным. Что это? Он был агрессивным. То есть он был нормальным и стал агрессивным. Так, подождите, мне надо еще раз. Очень страшный монстр. Ладно, давайте его оценим. Минди! Это не я! У Бафтера 45 очков, это тоже неплохо, но все-таки не обогнал он Минди, ладно. Вот это какая-то черная комната, очень подозрительная, давайте в нее зайдем. Ух, призрак, какой страшный призрак, ух. У моего призрака 40... Ладно, пойдемте. Этот, кто это вообще? Он смотрит туда, зеркало смотрит на него, и что-то происходит. Я не знаю, что это такое, но давайте оценим. Там берутся, исключаем. Где? 33 очка из 50. Так, здесь у нас самый последний монстр, и почему тут какая-то дырка? Что?
это было? Это песчаный червь. Его длина достигает до 100 метров. Если его потревожить, он тебя скушает. Также у него есть острые зубы. Настоящий червяк. Допустим, я его тревожу. Вот спрыгаю. И чё? Он нас всех съел. Этот монстр тебя затащил под землю, чтобы съесть попозже, а нет, меня... Нет, я наоборот в небе. А, ну, приятного полета. А где этот червь? Я хочу на него посмотреть. Смотрите под землю, чтобы... Ой, а я тоже. А я падаю. Недолго падаю. Скажите, Каракина, я хочу к нему привязать. Круто! Я упал, он опять прыгнул, и меня опять тпшнул, да? Ладно, я опять падаю. И... Ой, да. Ой. Дайте на самого червяка-то посмотреть. А я считаюсь как дополнение к постройке? Нет. Вот так выглядит этот червяк. Он коричневый, очень страшный. У него такие зубы. Вот это настоящий монстр. Давайте оценим этого червяка. Шестерку. Радуйся я этому. Серьезно? Тебе все 10 ставили, а ты всем ставишь 6. Конечно, никто тебя не победит. У этой постройки 44 очка. Ну, я думаю, что лучше, чтобы вы сейчас, кто смотрит это видео, написали в комментариях, чья постройка была самой крутой, потому что... Нет, ну червяк был очень прикольный. Может, даже покруче вот этой кроватки со странной рукой. А где Минди, кстати? Может, выпустите меня? Я все еще на черваке. На червяке, как бы, да. А, спасибо за участие, Минди. 666, Абоба, Ивану, Баптеру, Квазе, Артиплею и мне. Да, ну, точно. Да. Можно привет передать кое-кому? Ладно, давай. Спасибо Амир Хайров за помощь мне и то, что поддерживал меня на протяжении этого пути. И все. И всем пока.